почти безлюдный аэропорт Внуково. Сегодня 5 апреля. Дубайские авиалинии. Город в пустыне. Когда-то это была маленькая рыбацкая деревушка. Потрясающе просто. Город, которому нет еще 50 лет даже. Отель «Премьер Резорт Шарджа». 3 звезды. Это такое круглое здание. И вот сбоку еще одно к нему примыкает. Очень много круглых форм. Отель городской. У входа в ресепшн встречают нас вот такая композиция. 3 вазы, как из древнего эпоса, сказочного. Ну, например, «Тысяча и одна ночь», про волшебные кувшины. Вот вода стекает с них и никак не вытечет. Такие полные добра кувшины. Основное здание круглое. И все внутри тоже круглое. И круглый ресторан. Вот этот ресепшн. Это экзотические растения, пальмы. Струится вода. По камешкам бежит.
И внутренний такой дворик, оформленный тоже в восточном стиле, в британском. Видимо, во дворах богатых домов вот такие были фонтанчики, дворики, зеленые насаждения, кактусы, гибискус, тростник. И в целом такая вот очень милая картина. Очень милая. Купол неба. Зал, в котором проходит завтрак. Очень уютный полукруглый зал. И ароматно, конечно, пахнет кофе и выпечкой. А здесь на столе грибы, омлет, фрукты, кофе, круассан. Попробую сейчас сыр. Такие, это с картофелем, а это с овощами. Такие пирожки маленькие. Первый этаж отеля Шарджа Резорт. Это закругленное здание. Это такой коридор. Историческое такое представление, как жили на этих землях племена. Самое первое впечатление об отеле Шарджа Премьер сложилось уже очень положительно. Вот такой номер в мягких пастельных тонах, с хорошей деревянной мебелью, удобной постелью. Приглушенный свет светильников. Все необходимое есть. Все очень удобно. Холодильник. Все для чая. Чайный набор. И ванная комната. Очень даже стильная. Тут здесь все есть. Очень красивая птица, оперение очень красивое, поймите. Такие пестрые, большие перья.
в ресторане происходит завтрак. Очень оживленный под звуки фортепианного джаза. Все по кругу располагается. Достаточные блюда, столы, терраса полукруглая. Сегодня вот, как всегда, омлет, микс с овощами. Вот горячее блюдо в виде самосы и картофельных оладий. Это фасоль в томате. Фрукты, ананасы и грейпфрут. Выпечка чудесная.